встречайте, Руслан Сафаров. Руслан, привет. Я очень рад тебя видеть. Я рад, что наши звездные гости настояли на том, чтобы ты вернулся в проект. Ты сам-то рад? Да, спасибо. Ну что, тебе предстоит побороться за главный приз. Готов? Готов. Отлично, я тебе желаю удачи. Сможет ли наш участник в уме решить сложнейшие примеры в ограниченное время? Мы начинаем испытание для Руслана Сафарова. Руслан, мы приготовили для тебя игру, которой каждый из нас был когда-то увлечен. Это Тетрис. Сейчас на экране начнут произвольно падать фигуры. Некоторые из них сложатся в примеры. Тебе нужно успеть решить пример и дать правильный ответ до того, как фигуры полностью заполнят экран. И игра таким образом закончится. Ты готов? Готов. Тогда отправляйся в кресло. Удачи, Руслан. Все желают тебе удачи. И мы начинаем. Итак, первый пример. Ответ. Готов. Прошу. Ответ 729. 729. Экран еще не заполнился фигурами. Ну давайте узнаем. 729. Это правильный ответ? Да. Это правильный ответ. Вау! Теперь задача изменится. Сейчас на фигурах снова появится пример. Он состоит из нескольких действий и даже дан правильный ответ. Только мы убрали из примера все знаки действий. Сложение, вычитание, деление, умножение. Нужно будет понять, какие знаки пропущены, и дать ответ до того, как экран полностью заполнится фигурами. Ты готов? Готов. Ну что ж, поехали. Минус, потом плюс. Давай проверим, правильный ли это ответ. Да, это правильный ответ. Невероятно. Просто невероятно, потому что это сложнейший пример. Невероятно. Просто. Ну, теперь следующий пример. Первой скобки во второй, а между скобками знак плюс. Да. Проверяем, правильный ли это ответ. Да, это абсолютно правильный ответ. Просто невероятно. Руслан, испытание закончено, но ты нас потряс. Тебе аплодисменты.